Здравствуйте. 6 ноября, 3 лунный день. Созди Буд, стихи воды, селемитного огня. Особенный день для совершения успешных личных дел. Практики созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, благоприятный для всех влиятельных дел, развитие благородных дел, праздников, новоселья, свадеб, дорогу. Ребенок родится в этот день, будет благоречивым, в достатке, где бы он ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. Неблагоприятен бурение скважин, стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родящих год, собаки и мыши. Неблагоприятен годам, лошади и отцы. Илгинском Цукчиндуане, Схорал, Саганубын, на благо животных и гармонии в природе. 9 часов утра. Будьте благородными.